Которую я сейчас снимал на ратуше, похоже, с 1316 года. Скульптура, посвященная голове. Живут люди. В голове сейчас меня не занесли мысли. Олицетворяют мышление в пустой голове. Ратуша. Рыноголовный размер 200 на 200 метров. Один из самых больших рынкоголовных в Европе. Один из самых красивых в мире. Все та же ратуша. Как я уже говорил, рынок Голный в Кракове достаточно большой, считается одним из самых красивых в мире. Это правда. Вот еще очень интересный вид для Польши, Кракове. Наши
либо русские, либо украинские, да, белорусские сограждане. Вот, YouTube их приветствует, она снимает мне тоже. Да.